Вы смотрите передачу «Изнанка рая» Доки Лос-Сантоса. Часто именно здесь все и начинается. Картели покупают какую-нибудь мелкую сушку и внезапно находят армейское оружие. Тут по телевизору Стив Хейнс про бандитов рассказывает. Одна из самых жестоких банд байкеров. Хо-хо, да. Мне это понравилось. Это обязано войти в мое шоу. Видел мое шоу? Это что такое? Яблочко! Раз, два, три.